Прокуратура взяла на контроль массовое ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого пострадали 4 человека. Авария произошла сегодня утром в Тоснинском районе Ленобласти на дороге ямы Жора-Никольская. По предварительным данным, водитель «Газели» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где задел туристический автобус. Затем лоб в лоб столкнулся с одной иномаркой, а после удара отлетел в другую. Пострадал сам предполагаемый виновник ДТП и пассажиры, которые находились в салоне «Газели». Всех отвезли в больницу. В туристическом автобусе пострадавших нет.